Сочинский орган – единственный на всем Черноморском российском побережье Кавказа. Этот инструмент был установлен в 1986 году чешскими специалистами. Концерты органного фестиваля дают возможность широкому кругу сочинцев и гостей курорта познакомиться с лучшими образцами мирового органного искусства. Откроется фестиваль 19 июля концертом «Музыкальное приношение из Праги». Впервые в сочинском фестивале принимает участие молодой музыкант из Чехии Пшемысл Кшица, органист собора святого Николая в Праге, на великолепном органе которого играл сам Вольфганг Амадей Моцарт. В программе вечера примет участие и солистка Сочинской филармонии Екатерина Богачева. Польшу в фестивальной программе представит органист из Кракова Марк Стефанский. В нынешний приезд он приготовил сюрприз. В концерте орган встретится с флейтой пана, с той самой флейтой, от которой он когда-то произошел. На флейте будет играть еще один дебютант фестиваля – Думитру Харе. Россию в этот раз будут представлять органисты из трех южных городов Ставрополя, Краснодара и Волгограда. Последнюю страницу фестиваля закроет 21 августа абхазский органист Лука Гаделия.